как порой запутаны человеческие отношения. Но ты же мой первенец. Если я сейчас от него избавлюсь, как я дальше жить буду? А чтобы их распутать, нужно время. Время понять... Служба! Подожди, то есть как? Я напишу. Или даже писал. Не дрейф, салаг. Время простить. Убирайся и больше не приходи. Время стать счастливыми. Чего он здесь вертится постоянно? Чего он подарками своими лезет? А иначе никак. А это мои дети, она не моя жена. Пусть выходит за меня замуж, и тогда уже на законных основаниях, на законных основаниях уже пусть на меня орёт. Только на седьмом. Смотрите новый российский телевизионный фильм «Позвони в мою дверь». С понедельника по четверг в 21:30.